Хайоу, всем привет, с вами Ганс, и мы с тобой продолжаем проходить Ктулхианский городок. Так, ну что, погнали в задание, в журнал смотреть, что нам все-таки нужно теперь делать. Насколько помню, нам нужно найти эту... Как ее назвать-то? Вампиром можно назвать. Поклонников Мая. Джозеф Хилл хочет, чтобы я выследил тварь, которая на нас напала, и сообщил ему, где находится ее логово. Это существо зовут Уша. По словам Хилла, Уша когда-то была хранительницей печати и все еще охраняет путь в глубины Ктиганаара. Он знает способ ее изгнать. Уша убивает людей и пьет их кровь, чтобы набраться сил. Ходят слухи, что в Salvation Harbor завелся вампир. Пожалуй, именно оттуда мне и следует начать. Да, но нам, по ходу дела, по значку нужно именно искать это в какой-то либо... в каком-либо архиве. Соответственно, скорее всего, раз это преступление и убийство, нам нужно гнать в полицейский участок. Погнали. Так, полицейский участок у нас где-то вот здесь. Да, вот он. Давай смотреть, погнали. Так, ну что? Надеюсь, мы идем правильно. А то опять будем полчаса искать зацепочку. Ну-ка. Нет, поговорить не могут. Ничто не расскажут, не поделятся. Это нам Удин вообще ни с чем не поможет, он слишком занятой. Слышь, а ты чё заперт-то? А, это лестница, лестница, лестница. Он не заперт. Так, ага, просьба Хила. Преступление. Преступление против личности, правонарушение, вот так. А может быть это жалоба, кстати? Давай посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Подозреваемые жертвы. Вот. Так, хотя хер его знает. Тогда, наверное, вот это убираем, а район Salvation Harbor же, да, правильно? Да. Оп. И прикинь, с первого раза. Обескровавленные тела. От Каллахана капитану Ловинсу. Сегодня мы получили сообщение о новых жертвах так называемого вампира. На заднем дворе дома на Old Church Road между Кейс-Смит-Авеню и Мапл-Лейт в восточной части Salvation Harbor обнаружено несколько обескровавленных тел. Я послал патрульных осмотреть место преступления. Тела очень похожи на те, что были найдены в Каверсайде, Шелс и Рид Хейси. Только на этот раз у них нет ни одного свидетеля. Окей, адрес у нас примерно теперь есть. Давай теперь смотреть, где это. Угу. Так, окей. Восточная часть Salvation Harbor. Это где-то уже внизу должно быть. Ну да. Затопленный городок. Что может быть лучше для поиска жертвы, правильно? Туман, темно, никого не видно почти. Так, восточная часть. Где-то вот здесь. На Old Church. О, прикинь, уже даже здесь. Между Кейс-Смит-Авеню. Кейс-Смит, вот, Авеню. И Маллейтс, да? Маплейтс, Маплейпс. А где Маплейтс? А, вот. Соответственно, где-то вот здесь. На вот этом пересечении. Окей, погнали. Сейчас быстренько найдем. Разберемся с бабехой. Так, ну нам же, по сути, нужно найти ее логово, если я не ошибаюсь. Найдем ее логово, сможем провести какой-то специальный обряд. Как сказал нам наш археолог или кто он там, ктулхианец. Археолог ктулхианец. Оп. Бегство феникса. Феникса, феникса, феникса. Бегство феникса. Со-с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 о. Су-си-са-си-си-си-со-си-су-си-си-си-са. Со-си-са-са. О-си-са-са-са-си-си-со-си-су-си-си-си-су-си-си-са-са. Так-с, ну-ка, нам вот сюда наверх, да? Да, все верно. Сейчас будем искать. По любасу, как всегда, нужно найти помещение. Дерево прикольное. Прям с машиной. Почему бы нет? Эти двери все заперты. А вот и полная картинка, мужик, который целует рыбу. Нет, скорее всего, в другую сторону. А может быть, вообще на воде это может находиться? Или здесь? Блин, от фонаря вообще пользы, как я не знаю. Короче, никакой пользы от него почти нету, нифига. А вот, смотри-ка, полиция. Значит, место преступления какое-то.
Слышь? А я не знаю, можно было помешать этому мужику? Нет, смотри, он аж его застрелил и ушел. Странно. Так. Бежать, сучок. Все? О, да, все, конечно. Бежать. А где очки? Кто его хилит, я не пойму. Его кто-то хилит, а кто, я не могу понять. Не видишь нихера никого. Лежать. Она не потеряла ни капли крови. Это он. Или в смысле она высосала всю из него кровь. Лежать, мой день. Кто его хилит, падла? Давай речь, дружок. Ничего полезного, только старые тряпки и мусор. А вот это письмо... Может пригодиться, да. Записка владельца гостиницы. Предупреждаю вас в последний раз. Если вы не заплатите мне за этот месяц, я продам все ваши пожитки. А вы сами окажетесь на улице. В рифе дьявола. Никто не живет бесплатно. Но мы там тоже живем как-то. Но это одна зацепка. Привет, вы. Надо с тобой разобраться порезче. Таким выстрелом можно было бы запросто снести кому-нибудь голову. Конечно, Бобёк, походу, дело это выжил. И ты заколебал, вставай. Четыре. Слышь ты, чмо. Уезжай. Не рыпаться. Ну, здесь он рыба. Огонь, куча рыбы. Парни собирались как следует подкрепиться. Отдохнуть. Джозеф был прав. Из него выкачали всю кровь. Так, окей, у нас зацепка одна есть. Нам нужно идти в гостиницу. В нашу. Правильно я понял? Так, записка владельца, да. В рифе дьявола. Риф дьявола. Если не ошибаюсь, это же оно и есть, правильно? Ну-ка. Риф дьявола, риф дьявола. Просто, возможно, мы не все обыскали. Да, риф дьявола, все верно. Блин, а какого же хера? Это не все. Это не все. Иди сюда поближе, пупсик. Да-да-да-да. Молодцом. Да слышь ты этот угол, падла. Лежать, обезьяна. Залез и погнал. Наверх-то можно как-то залезть? А хер ты там залезешь. Никто тебе не даст. Окей, тряпка. Ну все, значит, здесь ты больше ничего не найдешь? Ну, как бы это что-то маловато. Давай, ладно, еще раз здесь что-нибудь посмотрим. Может, сейчас что-нибудь еще найдем. Так, ну, как я понимаю, вот эта зона. Это зона. Да, угу. Кишащая уродами. Мутантами. Но здесь, скорее всего, больше нет ничего. Ничего подозрительного нет, дверей никаких нет. Погнали в риф дьявола, сейчас расспросим все. Гляди-ка, может быть, сейчас что-нибудь и найдем. Хотя толку от этой записки, если честно, мало. Давай еще раз ее прочитаю. Да тихо-то, не туда. А, так, записка владельца гостиницы. Блин. Хотя, может быть, какая-то зацепка может быть. Но видишь, у нас нету в правом верхнем углу значка, говорящего о том, что нам нужно с кем-то побазарить. Это только зацепка. Так, на заднем дворе дома Олчерчер... Так, ага, в восточной части Солвэш Харбор обнаружено несколько обескровавленных тел. Я послал патрульных осмотреть место преступления. Тело очень похоже на те, что были найдены в Каверсаде. Ну это ж мы все читали, мы сейчас только что на заднем дворе этого дома были. Блин. Ну что делать-то? Ну мне кажется, это реально не все. Это не все. Залезь. Можно опять залутаться. Обезьян, кто тебе разрешил встать? Сука. Да ты заколебал. Лежать. Лежит он. Тут больше нету Она ничего. Она не потеряла ни капли крови.
Блин, что же нужно здесь найти-то? Это несерьезно. Пипец, да как быстро солнце идет? Смотри на тень. Оп-оп-оп. Хорош. Твою мать, что делать-то? Погнали, короче. В гостиную. Я не знаю, что больше еще можно сделать. А что больше здесь ничего подобрать, найти невозможно. Нету здесь ничего. Просто нету. Я уже третий раз отбежал. Давай, Ахиллес Рещ. Окей, окей. Может быть, там какой-нибудь NPC должен был быть, и мы как раз должны были его спасти. Это как раз тот самый мужик. Вполне возможно, кстати. Вполне возможно. Сейчас мотаемся сюда, если что, вернемся обратно, и, возможно, мужик снова этот появится. Но это не точно. Не. Владелец гостиной, давай, колись. Расскажите мне про письмо о задолженности. Да, смотри-ка. На месте преступления я нашел письмо о задолженности с вашей подписью. Можете сказать, кому оно было адресовано? Понятия не имею. Серьезно? Вы что, их пачками рассылаете? Да. И все из-за вас, проклятых чужаков. Я тебе сейчас хребтину сломаю. У меня есть бланк письма, который я немного меняю под каждого чужака, из которого нужно выбить долг. У меня их штук 50. Хитро, да? Очень. Да уж, но мне это не поможет. До встречи. Так я и сказал, блин, то, что нам это... Да. Ну, очень странно. Ладно, погнали обратно, может быть, сейчас опять же тот мужик там появится. А может быть и нет. Сейчас будем смотреть, я не знаю. Но видишь, даже не появилось место поиска. Должен быть знак вопроса же, правильно? Ой, не вопроса, а лупы. Текс. Текс. Надеюсь, сейчас этот мужик там снова будет на него пистолет держать, указывать. Держать его на мушке. Иначе я реально не знаю, куда топать. Других вариантов у меня нету. Ну-ка. Во. Тебе крышка, чужак. Лежать. Ты куда побежал, дурень? Я тебя спас вообще-то. Ку-ку, мужик, погоди меня-то. Расскажи, что случилось-то там. Мужик. Да не, с ним нельзя побазарить. Я тогда не знаю, что делать. Что за бред-то здесь творится? Привет. Чучело, догоняй. На тебе в голову. Ты заколебешь, слышь? Ты сдохнешь? Нет, ладно. Вот и лежи. Теперь здесь поспокойнее смотримся. Кто-то ж его восстанавливает, а кто его восстанавливает, я не пойму. Да ладно, вы еще и Они вообще полностью восстановились. Я так не играю. Может, как-то можно здесь наверх забраться? В окошко там, не знаю. Гори, гори, ясно? Ха! Еще один жив остался, ты посмотри. А ты падла. Еще живой, да ты скот. Да-да-да-да. Да-да-да. Лежать. Скотоямба. А кого восстанавливать будет? Никого. Так, хилочка. Обязательно. Но пока вроде да, никто не восстанавливается. Может быть, какой-нибудь баг был, то, что здесь как бы... Да вроде бы нет. Джозеф был прав. Из него выкачали всю кровь. Как огонь, бы... куча рыбы. Парни собирались как следует подкрепиться. Если было бы место поиска, говорю, по нахождению она всех улик... Она не потеряла ни капли крови. По нахождению всех улик.
появилась бы вот эта область, этим типа портала. Можно было бы запросто снести кому-нибудь голову. Он умер не сразу. На шее глубокие раны от укусов. Вот кого мы не посмотрели. Наверное, он долго мучился. Сука, как мы его не заметили? Это вот из-за того, что этот падла постоянно оживал, не давал нам здесь спокойно разобраться. Все ясно, окей. Но... Доброго улова. Доброго. Надеюсь, эти голодные теплокровные тебя здесь не видят. Кого-то там уже едят. Получай, проклятый труп! Угу. Ну, проклятый труп. Скиф Мнейфетслан, Пахал Сецор. Преклони колени и повинуйся, Реймонд. Приказывай, жрица. Я повинуюсь. Так, посмотрим, что тут у нас. Короче, скорее всего, вот эти рыбаки. Ща. Было, наверное, вот... Вот так. Поочередно все. Раз. Доброго улова. Надеюсь, эти голодные... Ну-ка. Получай, проклятый труп! Скиф Мнейфетслан. Она его загипнотизировала. Приказывай, жрица. Я повинуюсь. Уша напала на трех инсмутсов. Потом появился какой-то человек и попытался ее застрелить. Она назвала его Реймондом и загипнотизировала. Угу. Чертоги разума. Ну окей, ключевые улики найдены. Ну-ка, лутай сначала. Всякое полезно. Так. Ну-ка, стоп. Выживший, да, нужно его найти. Ага, воскрешенная Майя пыталась убить Хила. Уши нужна кровь, чтобы становиться сильнее. Хил поможет мне, если я найду уши. Так, уши так звучит, как будто обычные ухи. Так, уши загипнотизировала Реймонда. Сумка с письмом. Так называемый вампир убивает людей. Так, оп, оп. Уши, восставшие из мертвых, убийца, который пьет кровь своих жертв. Но это же логично и так. Даже ёжику понятно. Так, оп, хоп, нет. Вот так? Нет. Нет. Ну, сучка. Хил поможет мне, если я найду уши. Уши загипнотизировала, так... С письмом. Это, скорее всего, его письмо-то было. Человек по имени Реймонд видел нападение уши. Похоже, он как-то с ней связан. На месте преступления он выронил сумку, в которой оказалось письмо с требованием немедленно заплатить за номер в гостинице. Риф дьявола. А теперь, сука, походу, этот Муди нам все расскажет, потому что мы знаем его имя. Ну вот это бред, блин, мы же нашли записку. Вот, тратить теперь на это время, опять туда-сюда бегать. Ну окей, все улики найдены. Ну теперь логично то, что нам нужно топать в риф дьявола, еще раз его допрашивать. Да. Ну камон, я же это уже сделал. Да. Ну окей, тогда не было улики, теперь улика есть. Мы знаем его имя. Теперь гоним. Вот как бывает, да? Ох уж эти детали. Это называется коридорный сюжет. Вот если было бы с этим посвободнее, было бы поприкольнее. Да, вот сам наперед взял, догадался, приходишь и рассказываешь. Вот ты, падла, такой-то, я знаю то, что ты скрываешь такие-то улики. Все. Ну что, Мудень, повторный диалог? Он даже сместился. Ты посмотри-ка. Здесь живет человек по имени Реймонд. Я не ошибся? А вам какое дело? Мне мой старый знакомый. Ничего не выйдет. Реймонда Арчера тут нет. Ушел пару дней назад и не вернулся. И не заплатил, чертов чужак. А его номер, он там ничего не оставил? Кучу всякого странного хлама и сломанных вещей. Надо можете посмотреть, если хотите. Его номер рядом с вашим. Это дверь, которая была заперта. До встречи. Нормально. Вот прикинь, да, так ты где-нибудь квартиру снимаешь, а владелец другому человеку говорит: хочешь, зайди, посмотри. Будь как дома. Вот она. Да, смотри. Смотри-ка, он, сука, ныряет под воду тоже. Интересно, Реймонд раздобыл этот баллон с воздухом там же, где и я? Ну, скорее всего, если место только одно. Ща. Оп! Кукусики. Ключик. Записочка. Дневник. Ну что, давай читать. Дневник Реймонда.
3 октября нашел работу в затопленной лаборатории на Мерлоут Роуд между Кейсмит-авеню и Паудерхаус-стрит. Босс несет какую-то чушь, похоже, можно будет разожиться золотишком. 20 октября. Приготовил все необходимое для вылазки, даже нашел водолазный скафандр. Хорошо, что я умею им пользоваться. Придется погружаться под воду. Босс сказал, что вход отмечен 5 большими камнями. 23 октября. Чудо выбрался наружу и вытащил мумию, которая ему нужна. А вот как она появилась-то здесь. А хуже всего то, что в ее гробнице не было никакого золота. Отнес мумию в лабораторию. Мой башковитый начальник якобы умеет разговаривать с мертвыми. Надеюсь, она ему расскажет, где золото. Наивный. 9 января. Неужели? Как такое возможно? Откуда я мог знать? Ни сна, ни отдыха. Мумия. Уши. Все время шепчет. Прячется под водой. В своей гробнице. Пощади. Уйди из моей головы. Ну вот она и ожила, да. Окейушки. Теперь мы знаем, где находится гробница. Хо-хо-хо. Нихера себе, у него здесь все исписано. Ну давай, смотри. Нет, пожалуйста, хватит! Я больше не хочу смотреть. Нормально, на эту ублюдки мерзость! Тоже. Это невыносимо! Окей, она его гипнотизирует, в общем, это уже и так вижу, понятно. Так, давай посмотрим, что за карта. Некоторые из этих мест я уже видел. Двор с трупами, дом Джозефа Хилла. Зачем он все это нарисовал? Может быть, это какие-то видения, знаки, опыт? Все улики найдены, окейушки. Может, она из унитаза тоже может вылезти? Появляется, как сказано, вылезает из-под воды, правильно? Правильно. Так, журнал. Теперь у нас что? Дневник Раймонда. Да, давай искать это место теперь. Затоплена лаборатория в северной части Salvation Harbor. Ну-ка, Salvation. А, так, где-то здесь вверху. На Мэриленд. Вот Мэриленд. Роуд между Кейсмит. Кейсмит у нас должен быть справа, да, вот он. И Паудерхаус Стрит. А где Паудерхаус Смит? Падре, вы где? А, вот, Паудерхаус, вот она. Вот она идет, вот так вот. Оп-оп-оп. Это значит, где-то вот-вот в этой области. Вот она. Погнали. Нам нужна будет водичка. Окей, нашли. Прикинь, как Паудерхаус спрятали, да? Подальше специально. Вообще даже на другой район эту улицу запихнули. На другой район. Ее инициалы. Окей. Нам вот сюда. Там как раз водичка рядом. Так, ну и где моя лодочка? Где-то же здесь. Тут или тут? Ну-ка, куда? Я немного потерялся. Вот сюда. Ну я очень надеюсь, что это здесь. Поехали. Где-то вот в этом доме, это обычные дома, это на лабораторию даже не похоже. А может быть вот? Ну-ка. А, тихо! Вылезай. Ну, здесь кто-то мертвый валяется, смотри-ка. Последнее послание. Я этого не вынесу. Не могу больше смотреть в голодные глаза своих родных. Они еще пытаются улыбаться, говорят, что когда-нибудь этот ужас закончится. Но я знаю правду, думаю, они тоже понимают, что спасения нет. У меня припрятана папуля для каждого из нас. Им ни к чему знать, что я собираюсь сделать. Прощай, любовь моя. Надеюсь, ты меня простишь. Нет, стоп, это другое задание. Соответственно, сейчас Павла здесь появится. Труп-то есть, кровь-то уже есть. Блин, нет, это не то задание, погоди. Это какое-то из дополнительных. Дополнительное задание, сейчас время не хочу тратить и выполнять. Доплыви. А, вон, вход есть. Все. Это, скорее всего, лаборатория есть. Доплыви, ты сраная инверсия. Во, молодцом. Давай, вот оно. По любасу. Я тебе 100 пудов отвечаю, смотри. 3, 2. А что, тут кости какие-то лежали? Погоди. Нет, какие-то фотографии. Ну? Тайная лаборатория, естественно. Где же могло быть еще, да правильно? Только здесь. Давай-ка сделаем вот так. Дробашек сразу, перезарядочка. Пятна кровушки. Стоп, а здесь есть что залутать? Да, есть, естественно, как без этого-то?
Привет. Отдыхай, маленький. Кто там еще? Ну ты кому? Сука, блин. Иди сюда, на твою. Да ты сучок, слышь, падла, иди ко мне. О, очко знаний. Хилься. Речи, хилься. А с тобой мы, наверное, в рукопашечку разделаемся. Все равно, сука, попадает на эту дистанцию, окей. Сделаем так, так будет проще. Обратно хилочку. Без этого никак, только хилочки нам помогут. Кто-то раненый очень хотел попасть в эту комнату. Но не получилось, наверное, уже съели. Давай смотреть, что у нас здесь. Скафандр, фигандр. Сейчас, то, что произошло в этой лаборатории, не имеет никакого отношения к обычной науке. Но здесь, скорее всего, как раз эту падлу-то и оживили. Ну да, вон она. Ха! Садомазные игры. Она не скажет вам о Ктигнаре золоте. Она не станет с вами говорить. Так погоди. Она расскажет только семени. Но семя — это я, скорее всего. А это ж этот мужик, ублюдок, которого она пыталась убить. Это вон его рубашка, его же эти пряжки на плечах. Смотри, какая зацепочка-то. Кажется, эти инструменты использовали вовсе не для операций. Ее пытать пытались, ё-моё, значит, она добрая. А этот мудень, которому мы сейчас помогаем, грубо говоря, он, наоборот, херней страдает. Я тебе отвечаю, смотри. Актариум адвитам пайрсети. Главные соки и соли, сиречь зола. Животных таким способом приготовляемые и сохраняемые быть могут, что муж знающий в силах будет собрать в доме своей весь Ноев ковчег. Что? Вызвав к жизни из праха форму любого животного по желанию своему. Подобным же методом из основных солей, содержащихся в человеческом прахе, философ сможет, не прибегая к запретной некромантии, воссоздать тело любого усопшего из предков наших, где бы сие тело погребено не было. Борелий. Чё-то как-то это прям, ну, странновато. Но все потихоньку начинает складываться в одну картинку, по сути. Сейчас бабёха от него здесь появится. Она, сука, так прям внезапно появляется, мать её. А хотя нет, она здесь маловероятно появится, ее же здесь пытали. Чё здесь сделать? Правильно? Правильно. Так что нам бояться нечего. Оп, еще один дневник. Дневник алхимика, 7 июня. Материализация прошла успешно. Чтобы подопытный заговорил, пришлось поливать его кислотой. Жесть. Кто бы мог подумать, что вход находится в склепе. А-а-а, погоди-ка, помнишь, мы были на кладбище? Я говорил, что там можно погрузиться вниз. Костюм для погружения, правильно? Склеп, все верно, все складывается. Я же говорю, я тогда заспойлерил. Материализация прошла успешно. Трудно понять, что говорит покойник. Он использует очень старые наречия и ничего не знает о том, как остановить безумие. Так, окей, 23 октября. Реймонд нашел мумию, которую я искал. Но она не хочет говорить ни о Ктигнаре, ни о безумии. Даже кислота не помогает. Но она уж боли не чувствует, по сути, она же бессмертная. 9 января. Если тот мудень, правда, нам не наврал. То, что, по ходу дела, он за всем этим стоит. Этот Дэн Реймонд хочет получить золото, но девчонка молчит. Сказала только, что я не избранный Кея. Надо найти способ ее разговорить. Уши может сколько угодно желать смерти, но пока соли ее сущности у меня, я могу ее воскресить. Ей не спастись от боли. А хотя, вот, видишь, значит, все наоборот, значит, эта падла нам наврала. Мудачок, да, сука? Наврал мудень, наврал. Давай. Хил, ты же обещал, что мы разбогатеем. Спроси ее про золото. К черту эту чушь про хренары печати. Ха-ха, надо так же называть. Ну то, что реально хрен выговоришь. Я же когда тогда первый раз читал, даже когда мы это еще не слышали. Сколько там, раз, два, три пытался две разные версии сказать. Дэйн, ты разрушил защитный круг. И она вырвалась, да, из-за этого?
И здесь она сбежала. Помоги мне, ублюдок! Останови эту тварь! Пусти меня! Он в него стреляет. Во всем разобраться. Ну погнали, нам наверх. Это первая, это вторая, вот это последняя, третья. Здесь легко, здесь все и так ежу понятно. Раз. Ну хорош глючить-то. Вот я не понимаю, это реально значит Килл, оптимизацию игры такая странная? Ты же обещал, что мы разбогатеем! Спроси ее про золото! К черту эту чушь про... Опять тормозит. Хренары печать! Дейн, ты разрушил все, защитный круг! Помоги мне, ублюдок! Останови эту тварь! Пусти меня! Да? Джозеф Хилл и Реймонд пытали уши, чтобы выяснить, как попасть в Ктигенаар. Я уже это сказал, она да. Она освободилась и напала на них. Хилл сбежал, бросив Реймонда одного. Все, о, заставочка, серьезно? Ну-ка, да, надеюсь, да. А потом будем опускаться под склеп. 100%. Не надо. Опа. Она хочет поговорить. Ты-то откуда Реймонд? Взялся? Я вас искал. Нам надо поговорить о вас, крышей девчонки Майя. Не надо причинять ей боль. Она знает то, что вам нужно. Она предлагает уговор. Какой? Так, вы помогли Ушу, что случилось? Я готов пойти на сделку. Насколько я помню, вы пытались застрелить Ушу. А теперь оказались у нее на побегушках. Что случилось? Гипноз? Она использует это тело как сосуд. Она не хочет вас пугать. Человек вот напугает как. Кого угодно Уша. Что ты можешь мне предложить? Ты избранный. Должен спуститься в глубину. Серебряный. Она знает. Хорошо, что не в унитаз. Мне нужно попасть туда, чтобы остановить безумие. Скажи, как это сделать, и я оставлю тебя в покое. Как щедро. У нее есть другое предложение. Какое? Помоги ей, и она скажет тебе, как встретить свою судьбу. Ну, что-то как-то... Что давай, рассказывай, короче. Нужно сделать? Ближе к делу. Колдуна Джозефа. Он не оставит ее в покое. Но я он так и думал. Поймает ее. Я уже об этом и говорил, что это падло все делало. Почему ты не сказала все это Джозефу? Почему ты хочешь убить Джозефа? Что ты будешь делать, когда освободишься? Если я это сделаю, где мне тебя искать? Ты могла просто сказать Джозефу то, что он хотел узнать, чтобы от этого изменилось. Колдун не заслуживает этих даров. Его ведут жадность и гордыня. Она ждала, когда появится избранник старого бога. И вот ты здесь, отмеченный, связанный судьбой. Она видит это в твоих широко закрытых глазах. Почему зачем ты хочешь его убить? Джозеф? За пытки? И почему ты называешь его колдуном? Он разбудил ее, украл ее тело, снова заставил ее дышать. Он резал... колол, жёг её, держал её. Тогда согласен, надо вывалить. Ты хочешь отомстить? Ей нужна свобода, но она её не получит. Но, в принципе, ты в записке сказал. Этот колдун. Что ты будешь делать, когда освободишься? Что ты будешь делать, когда получишь свободу? Жить. Так, и где тебя потом искать? Где мне тебя искать, если я выполню твою просьбу? Среди каменных пальцев в саду мёртвых. Каменные а пальцы. Прямо сказать нельзя? Ты на кладбище. По горло этими загадками. Она надеется, что твой разум не настолько слаб. Я это сделаю, да. После всего, что я согласен. Видел в той лаборатории, я на твоей стороне. Она будет тебя ждать. С распростертыми объятиями? Держится за голову, хорош. Ну-ка, чертоги разума, давай смотреть. Хилл бросил Реймонда в смертельной опасности. Каменные пальцы в саду мертвых. Уша хочет убить Хилла. Воскресшая мумия пыталась убить Хилла. Вот так? Да, Уша поможет мне, если я убью Хилла. Уша хочет отомстить Хиллу, но не может сделать это сама. Она пообещала раскрыть мне тайну Ктигенаара, если я помогу ей. Окей, это я уже и так известно. Реймонда наняли грабить могилы. Подводная гробница. Ну-ка, вот так вот. Нет. Хилл поможет мне, если я найду Ушу. Алхимик пытался допросить Ушу. Ну-ка, вот так вот. Нет, смотри-ка. Вот. Джозеф Хилл пытал Ушу, но она ничего не сказала ему, потому что он не семя. Семечко. Семя.
Семён. Алхимик ищет лекарство от безумия. Хилл поможет мне, если я найду Ушу. Раймонд нанял грабить могилы. Каменные пальцы. Так, Хилл бросил Раймонда в смертельной опасности. Так. Оп, нет. Оп, да. Хилл заплатил Раймонду, чтобы тот принес ему тело Уши. Но когда она вырвалась на свободу, Хилл бросил Раймонда. Ну, это как бы и так уже понятно. Хилл поможет мне, если я найду Ушу. Так. Оп. Джозеф Хилл воскресил Ушу и других мертвецов, чтобы узнать правду о безумии, исходящей из Ктиганаара. О, Ктиганаар. Оп, подводная гробница. Во. Убежище Уши. Уши прячется под водой в своем склепе. Вход в него находится на кладбище и отмечен 5 камнями, похожими на пальцы. Именно это и просил выяснить Джозеф Хилл. Но мы не будем Джозефу помогать, правильно? Правильно. Уша ничего мне не расскажет. Предложение Уши — это ловушка. Она дождется, когда я убью Джозефа, и потом откажется рассказывать мне о Ктиганааре. Уша может рассказать мне о Ктиганааре. Я могу заключить сделку с Ушей, чтобы узнать тайны Ктиганаара. Она расскажет их только семени. Но это более верно. Я на это больше согласен. Окей, здесь что у нас? Хилл может стать моим союзником. Джозеф Хилл может помочь мне попасть в Ктиганаар. У нас общая цель — остановить безумие. Нет. Хиллу нельзя доверять. Хилл просто использует меня, чтобы разобраться с Ушей. Так же, как использовал Раймонда. Ему нельзя доверять. Это более вероятно. Хилла нужно убить. Уши придется и дальше убивать жителей Окмунда, чтобы прокормиться. Но она лучше всех знает, как попасть в Ктиганаар. А Хилл — безумный алхимик, которого нельзя доверять. Он предал Раймонда и уже однажды обманул меня. Мне нужно убить его, чтобы доказать Уши, что я на ее стороне. А давай сейчас посмотрим, что здесь все-таки будет. Уши нужно убить. Хилл одержим воскрешением мертвых и может создать еще более опасное существо. Но у нас с ним общая цель — остановить безумие. А Уши — чудовищная кровопийца, которой нельзя доверять. Я должен убить ее и принести Хиллу ее прах. Блин, ну сложный выбор-то. Ну сука, если по сути он ее мучил и пытал... Он хотел узнать, где находится Ктиганаар, чтобы покончить с безумием. Но верно то, что он может вызвать более могущественную тварь. Но с другой стороны, тот выбор, мне кажется, более человечным. Потому что она-то не хотела возвращаться к жизни, он ее воскресил. А что, допустим, если с помощью Хилла убить ее, а потом прикончить Хилла? Блин, короче, я не знаю. Хилла нужно убить. Но по сути же она все тайны знает, она же хранительница печати. Да, наверное, так и сделаем. Погнали. Окей. Разберемся с Хиллом. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Тайна алхимической лаборатории. Джозеф Хилл. Так, это понятно. Предложение Уши. Уша пообещала рассказать мне, как... Ага. Уша прячется под водой. Короче, да, давай валить его. А с Ушей потом договоримся. Как там говорится, Уша, я пришел договориться. Но может быть просто мы ее же уболтаем на то, чтобы она никого не убивала. Или ушла на покой. Или мы сейчас у Хилла расспросим, как сделать обряд, чтобы ее уничтожить, и потом ее тоже уничтожим. Сейчас, короче, будем разбираться, смотреть. Надеюсь, то, что все будет нормально. Гоним. Так, окейушки. Точка быстрого перемещения у нас рядышком, прямо здесь. Фига там крыша у дома какая. А, понятно, она просто не прогрузилась. Окей. Так. А где нас этот дружище? Что-то я забыл. Кажется, вот здесь вверху? Ну да, кажется, вот здесь вверху. Погнали. Ну что, мистер Хилл? Раскрывайте все карты, или я вас прикончу. Не, ну с другой стороны, реально, то, что у нас с ним общая цель — покончить с этим безумием и, возможно, даже вылечиться. Блин, короче, я не знаю. И тот вариант неплохой, но, сука, если бы он не был бы вот таким вот прям одержимым, я бы его бы оставил бы в живых. Блин. Сейчас, короче, с ним побазарим, посмотрим.
Будем смотреть. Возможно, сейчас я с ним побазарю и реально изменю свое мнение. Так что сейчас, если честно, я немножко уже начинаю сомневаться в своем выборе, то что я решил его прикончить. Джозеф, мне нужны объяснения. А что именно вас интересует? Зачем ты ее призывал? Я нашел лабораторию, где возродилась Уша. Расскажите мне о Реймонде. Зачем вы пытали Ушу? Так, я нашел лабораторию, в которой вы воскрешали мертвецов из соли и праха. Значит, вы понимаете, зачем мне тело Уши? С ее помощью мы с вами сможем найти путь в Ктиганаар. Вы воскрешали мертвых и пытали их. Это просто отвратительно. Не спешите с выводами, Рид. Они свое отжили. Вы бы не пожертвовали одним мертвецом, чтобы облегчить страдания миллионов. Они ведь даже не люди. Это просто чудовищные тени. Хранилище воспоминаний. Их нельзя сравнивать с живыми людьми. Ну, отчасти, в принципе, он прав. Но как бы тоже с трупами висит такие дела. Это неправильно, что ли, некрасиво, как минимум. Я знаю, что вы заключили сделку с Реймондом. Это он принес вам мумию. Что с ним случилось? Этот чужак получил по заслугам. Его интересовали только сокровища. Это из-за него Уша нас преследует. Теперь он стал марионеткой в ее руках. Если бы не вы, ему не пришлось бы так страдать. Я? Это не я ее освободил. С какой стати я должен рисковать всем, чтобы спасти какого-то идиота? Мое дело намного важнее. А, блин, а золото? Я думал, это он золото хотел взять. Я тогда что-то имена поперепутал, походу, у себя в голове. Тогда другой момент. Вы пытали Ушу, чтобы получить информацию. Зачем такая жестокость? Она отказывалась мне отвечать. Я пытался найти другой способ, но пока у меня не было заклинания, приходилось использовать более примитивные методы. Например, обливали ее кислотой? Это упрямое существо уже не человек! Мне приходилось использовать все средства. Каждый раз, когда я ее воскрешал, она говорила, что я недостоин этого знания. Уша хочет вашей Уша смерти. Уша предложила мне сделку. Она сказала, что поможет мне попасть в Ктиганаар. Что? Вы же отказались? Это наверняка ловушка. Вы даже не спросили, что она хочет взамен. Боюсь, я уже знаю ответ. Она хочет моей смерти. Уша вас использует, Рид. Она знает, что только я могу ее остановить! Я уже приготовил мазь, которая не даст ей воскреснуть. Пожалуйста, давайте доведем дело до конца. Я знаю, что она пытается меня обмануть. Честно, сейчас я начинаю доверять больше ему. Успокойтесь, Джозеф. Мне хватит ума не доверять мертвой кровопийце. Просто я решил, что вы должны узнать информацию. Кей, как вы меня напугали. Если вам больше нечего обсудить, то лучше продолжайте поиски. Так, наберитесь терпения, Джозеф. Я нашел убежище Уши. Да, давай я скажем, знаю, окей. Где прячется Значит, Уша. Все-таки Уши будем валить. В том самом склепе, где погружался Реймонд. Значит, она вернулась в гробницу. Давайте разделаемся с ней. Приготовьте оружие. Какой у нас план? Я создал эликсир, который не позволит ей воскреснуть. Смажьте им патроны и убейте это чудовище. Только не забудьте потом собрать ее прах. Я приготовлю все необходимое и буду ждать вас снаружи. Скоро мы все узнаем. Хотя у него, сука, такая хитрая сейчас улыбка была. Так, ну что? Этим мы будем заниматься в следующей серии. Да-да-да, именно в следующей серии. На этом хочу поблагодарить тех, кто поддержит мой канал. Ссылочка на плейлист и паблик ВКонтакте, как всегда, в описании. Подписывайтесь и не забудьте поставить сочный лайк. А также рассказывайте своим друзьям и жмякай на колокольчик, чтобы узнать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Пока-пока.